Давай. Всем здорово, с вами Виталий Казанцев. Сегодня я хочу рассказать про жим, на что работает жим, как правильно его выполнять. Поехали. Так. Для начала ложимся, прогибаемся в спине, лопатки сводим, беремся не сильно широко, уже на ширине уровня плеч. Берем спине вот так, немножко выгибаем ладони, опираемся ногами обязательно плотно, не надо назад, вперед, плотно ногами стоим, берем штангу. Если тяжелая штанга, лучше сорвать ее помощником, страхующим. Опускаем локти, не прижимаем к туловищу, не разводим сильно широко. Травма может быть именно плечи. Широко разведите узко, пойдет больше на 30. Ложим штангу на середину груди, на сиськи. Вот. И поднимаем. Опускаем медленно, поднимаем быстро. Работаем в негативе. Работаем больше на верхнюю часть груди. Вот. Поехали дальше. Вот что я даже снимать даже. Вырежем просто и все. Так, это у нас положительный наклон. А, тут будем работать, вес не, ну, меньше будет, чем на горизонтальной скамье. Лавка здесь чуть-чуть неправильная, я считаю, она слишком высоко. Делаем ее ниже. Вот, градусов 30, наверное, она должна быть. Мое мнение такое, чтобы лучше прорабатывать грудь, чем плечи. Здесь работает у нас вот такая скамья, поэтому сюда не очень удобно будет присесть, поэтому мы опираемся также на ноги. Также сходим лопатки, берем опять же, я даже беру пошире, оперлись, сгораем штангу и опускаем ее также медленно наверх груди. Это главное, вот здесь наверх, не вниз, не выше, не на шею, а вот именно наверх груди. И резко поднимаем. Работает здесь верх груди, плечевой пояс. Плечи даже здесь больше забиваются, чем на горизонтальной скамье. Вот. Также руки не надо прям полностью. И еще хотел сказать, захват. Хват никогда не надо делать такой. По крайней мере, такой хват срываться может. Сорваться штанга и будут травмы. Вот, поэтому берем нормально, замок, все как надо. Вот, и хочу рассказать еще про отрицательный наклон. У нас его нету, скамьи. Я бы использую эту скамью, но она, не скажу, что очень хорошо подходит. Поэтому берем отрицательная скамья, это наоборот, так скажу, где-то вот в таком положении. Она работает на низ груди. Эта прорисовка будет именно грудь от живота отделить. Вот так, прорисовка нижней части груди. Хорошее упражнение, я считаю, даже нужно ее включать. Вот, ложим только уже, я ложу лично на сам низ груди, то бишь какую часть прорабатываем, на ту и ложим. Также ложим, поднимаем. Страхующий обязательно, вес меньше. Почему страхующий? Сорвется, голову оторвет. Вот. Ну все, всем счастливо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи!